снял масляный фильтр и из корпуса снизу достал вот такое колечко. Смотрю на старый фильтр, вроде оно вот на этом целое. Вопрос, либо кусок улетел в мотор, но вот если я делаю вот так вот, вроде оно сходится, значит кусочка не было. Значит оно целиковое, просто повезло. И вот он как раз диаметр такой. То есть это остаток, я так предполагаю, от старого фильтра. Просто поверх, никто не посмотрел, поверх зафигачили еще один фильтр. Хорошо, что его не сосало масляный насос. Снял воздушный фильтр. И обратил внимание, что вот на солнце он просвечивает. И получается, что вот здесь вот не залито эбоксидкой. То есть вот эти вот соты, они не приклеены. Просто не приклеены. Вот часть половины, вот их не приклеена. И там просто тупо дырки. То есть весь воздух идет мимо фильтра. Прикольно, да? Вот здесь вот приклеено. А вот здесь нет, здесь нет, здесь нет. Вот такой фильтр.